Приморье полностью решило проблему обманутых дольщиков, сообщил сегодня губернатор края Олег Кожемяка на своей странице в Телеграм. В канун Нового года еще 5 многоквартирных домов исключены из единого реестра проблемных объектов. В правах восстановили 496 приморцев, а за 4 года 2700 приморских семей. Часть получила денежные выплаты на приобретение жилья. Это касается тех домов, которые невозможно достроить по техническим причинам. Из 26 проблемных долгостроев удалось сдать уже 23. Такого результата в крае добились благодаря слаженной работе всех ветвей власти и личной поддержке главы государства Владимира Путина. Все вместе, правительство Приморского края, администрация города Уссурийска, подрядчики денно и ношно работали, чтобы выполнить поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Вот, о том, чтобы закрыть в этом году всех тех проблемных вопросов, которые были у людей на протяжении многих лет. Это защитить права дольщиков. Те, кто в свое время выплатил денежные средства строительным организациям, в силу ряда причин, значит, они не могли выполнить свои обязательства. Люди снимали жилье, люди платили кредиты. Вот. И, безусловно, сегодня такой хороший подарок. Вот, по поручению президента мы выделили и нашли свои денежные средства. Нам также были перечислены федеральные. Вот, город вложился совместными усилиями. Мы выполнили эти решения. 120 сейчас семей получат ключи от новых квартир.